Большой приз. А почему вот вы пришли сегодня на игру Гомеля, а не на чемпионат Европы? Не смотрите чемпионат Европы по телевизору? Потому что это свой родной клуб, за который хочется будет переживать. Тем более в такие непростые времена, когда он выступает в первой лиге, как бы, когда ему нужна наша поддержка. И не жалеешь, что пропустишь? Нет. А за кого-то, может, болеешь на чемпионате Европы? Я думаю, что Франция победит, но болею за Польшу. За Польшу, да? А если бы сейчас поляки играли, как бы, предпочтение на себе? Ну, тогда, может, за телефон смотрел текстовую трансляцию, пошел бы на стадион. Расскажи, Богдан Шанин. За кого ты идешь болеть? За Гомель. Ну, я решил, что раз пойду на матч, потому что родная команда, она важнее, нежели какой чемпионат Европы. Надо поддержать команду, это непростой период, поэтому я сегодня на стадионе. Не жалеешь, что пропустишься на немцы? Да? Нет, не жалею. Родная команда важнее. Как ты кажется? Я думаю, что закончится матч с победой Гомеля, ну, со счетом 2-0. Ну, потому что своя команда ближе, чем немцы, хорваты. И тут живой футбол, живые эмоции. Перед телевизором как-то немножко не то. Ну, какие у вас ожидания сегодня? Ну, за своих болеет, как же. Ты сейчас пришел на матч Гомеля, а не смотришь чемпионат Европы? Ну, я давно болею за Гомель. Мне гораздо интереснее посмотреть матч своего клуба, чем чемпионат Европы. И какой счет, как думаешь, будет? Я думаю, 2-0. Гомель выиграет. Здесь я болею за футбольный клуб Гомель. Можно сказать так, лет 13 раньше еще ходил, когда в школе был, ну, поэтому я хожу на матчи. Но сегодня, вот как думаешь, что победит? Конечно же, Гомель. 2-0. 2-0.